Всем любителям футбола здравствуйте! Футбольный манеж Беларусь приветствует вас. Второй игровой день Кубка развития 2023. Уже не первый матч за сегодня. Интереснейшее противостояние нас с вами ждет. Уже можно сделать кое-какие выводы после первого игрового дня. Сборная России до 17 лет против сборной Ирана до 17 лет. Команда, которая вчера показали классный футбол. Ну а что говорить о иранцах, они еще и показали великолепный результат. Сегодня, может быть, даже в статусе небольшого фаворита будут выступать, но уж, по крайней мере, настрой у этой команды запредельный. Мы с вами будем смотреть эту трансляцию в прямом эфире на YouTube-канале Федерации футбола Беларуси. Всем еще раз здравствуйте. Конечно же, оставляйте свои сообщения в чате, болейте вместе с нами за команды, задавайте свои вопросы, будем общаться в режиме лайв. Ну а комментировать для вас это противостояние сегодня будем мы в паре комментаторов, Никита Климук и Павел Назарчук. Здравствуй, Паша, какие ожидания у тебя на этот матч? Привет, Никита. И на самом деле будет очень интересно посмотреть за развитием событий, потому что, как ты уже ранее отметил, Иран предыдущий матч победил со счетом 4-0. Вот, а Россия, в свою очередь, всего лишь сыграла ничью. Но, опять же, не стоит делать поспешных выводов, и будем смотреть, как будет развиваться этот поединок в прямом эфире. Ну что же, пройдемся по составам играющих сегодня команд. Начнем представление с Ирана. Есть небольшое изменение в стартовом составе команды Абди Хусейна. О нем расскажу чуть позже. Пока же выясняют капитаны команд и арбитры, кто будет начинать с центра поля, кто в каких воротах место займет. Ну а я начну. 22 номер вратарь Арша Шакури. Далее полевые футболисты. Второй капитан команды Эрфан Али Дарвиш. Номер 3 Хисам Нафари. По 4 номерам Нима Антарс. 5 Абулфази Залихаи. Номер 9 Махан Садиги. Под 11 номером Зархам Саадави. 13 номер Амир Мухаммад Разагиня. На этого парня я бы отдельно обратил внимание. Кстати, запомните 13 номера. Я думаю, что он сегодня тоже будет весьма-весьма заметен. 15 номер Исмаил Гализаде. Под 19 номером Ягуб Баражей. Номер 21 Касра Тахири. Главный тренер команды Абди Хусейн. Сейчас у нас будет минута молчания. После этого мы продолжим. Уважаемые люди футбола, в связи с трагическими событиями, произошедшими 6 февраля в результате сильного землетрясения в Сирии, то
Что ж, друзья, да, к сожалению, не можем мы не отметить факт, с которого начинается, к сожалению, наш матч. Минута молчания в память о большущем количестве погибших из-за землетрясений в нескольких странах сразу. Хочется надеяться, что это все остановится как можно быстрее и, скажем так, наше время придет в норму. Ну, а мы продолжаем, мы переходим к составу сборной России до 17 лет. И да, достаточно много изменений у нас произошло. В воротах у нас находится Егор Бесаев, далее линия обороны. И второй номер Егор Ананьев, четвертый Матвей Бардачев, пятый Кирилл Волков, капитан команды Станислав Топинко, Андрей Ильев под восьмым номером, далее Егор Сысоев, девятый номер, Вадим Пастушков, одиннадцатый, тринадцатый номер Георгий Тихомиров, Попушой Арсений и восемнадцатый номер Арсений Хорин. Вот, и с минуты на минуту мы начнем наш поединок. Давайте уже подготовимся к нему и будем надеяться, что будет класснейший матч с большим количеством голов. Никита, что скажешь? Думаю, да, можно ожидать действительно яркой атакующей игры. В общем-то, россиянам нужно выигрывать после того, как они сделали небольшую осечку в первом туре. У Ирана отличное настроение, 4-0 победа в первом раунде, в первом туре. И, конечно же, желание продолжать свой победный ход. Я также представляю арбитров сегодняшнего матча. Главный судья у нас Никита Кабак. Ему помогают на бровках Александр Апет и Андрей Муха. Четвертый арбитр Вадим Ленковский, инспектор матча Юрий Дупанов. Что же, вот так вот сразу россияне пошли в атаку, и мяч оказался у голкипера Арша Шакури. Что касаемо изменений в составе сборной Ирана, в старте вышел Ягуб Бараже под 19 номером. Он вчера, в общем-то, тоже играл, и играл очень неплохо. Вышел на замену в концовке тайма под номером 1 вместо 16 номера Роуфа Салтани. Он как раз-таки сегодня и не играет. Но это единственное изменение в составе сборной Ирана. Не думаю, что есть смысл Абди Хасиину после 4-0 победы перекраивать состав от и до и... условно, там 5-6 игроков новых с резерва поднимать. Нет, если сейчас все работает, то мне там сказали, ох, тут жестко нарушение правил достается по ногам Андазу. Я думаю, сейчас посмотрим повтор этого момента. Судья подходит, успокаивает футболистов. Действительно, сейчас подзавелся немножечко Кирилл Волков. Ну и простил его на самом-то деле Никита Кабак. Давайте смотреть повтор этого момента. Лишь концовку мы зацепили, к сожалению. Но там приехало по ногам довольно прилично. И, может быть, даже и были основания даже желтую карточку предъявить у судьи. Но нет, пока без горчичников. И мяч у сборной Ирана на своей половине. Ну и, как видим, совершенно спокойно они перекатывают этот мяч, отдают его вратарю, который, в свою очередь, ищет свободные варианты развития событий. Казалось бы, что через правый фланг будет развиваться эта атака. Неплохой заброс в зону Егора Ананьева, если я не ошибаюсь. И он справляется. Нет, вру, это Матвей Бардачев отлично справился в этом моменте, но, как видим, нарушение будет штрафной в сторону ворот Егора Бесаева. Ну, довольно дальняя дистанция, хотя можно попробовать и пробить отсюда. Посмотрим. Немалое количество игроков штрафной площади. Два футболиста, по всей видимости, в стенку выставляет Егор Бесаев. И у мяча номер второй это Эрфан Дарвиш. Я предполагаю, что будет подача в штрафную площадь. Паш, как думаешь? Ну, это, наверное, самый оптимальный вариант развития событий. И можно что-то опасненькое и придумать. Смотрим. Отлично. И казалось бы, что будет штрафной удар. Произошел, кстати. Вот, еще одна попытка пройти в зону Егора Бесаева, которая заканчивается тем, что Егор забирает мяч в свои руки. И успокаивает эту игру, ищет своих партнеров. Ну вот, кажется, как-то поактивнее сейчас Иран действует. Так сразу же взрывные ребята Абди Хасиина пытаются именно быстрыми передачами находить варианты впереди. Мы уже видели длинный заброс со своей половины поля, учитывая, что немало вариаций было и с развитием через фланги, через защитников. Но нет, последовал длинный пас. Вот такой вот плотный удар со штрафного. Пытка сразу же проброса мяча вперед, пока атака левым флангом. И еще одна передача в штрафную. Ну вот, не собираются, кажется, они в тики-таку играть, раскатывать длительные наступления, а сразу же искать варианты впереди, учитывая, что там два нападающих, довольно быстрых футболистов, но почему бы и нет.
Ну, посмотри, сейчас совершенно спокойно находится с один Кирилл Волков, через него, казалось бы, можно начинать свою атаку, а вот у Егора Бесаева немного другая была задумка, передача, казалось бы, неплохая. Вадим Пастушков пытался как-то на скорости убежать своего соперника, но, в свою очередь, не успел. Будет мяч вводить в игру Егор Ананьев. Да, положение вне игры зафиксировано судьями. Действительно, это первый офсайд в нашем противостоянии. Напомню для наших зрителей, что формат матча 2 тайма по 40 минут, то есть не совсем, скажем так, стандартные 2 по 45, имейте это в виду. Конечно, футболистам тоже об этом забывать никаким образом не стоит. Я вижу, что у нас уже весьма-весьма немалое количество зрителей в режиме лайв, уже более 300 человек, причем немало болельщиков, я вижу, что за Иран болеют. Ну, действительно, пишут, что одна из лучших команд в Азии, среди команд до 17 лет, могу согласиться. Очень неплохой футбол показывает коллектив. И классная атака может выйти. Можно пробивать, можно простреливать. Движение по левому флангу, прострел. И будет угловой. Будет розыгрыш углового. Классный проход Касра Тахири. Мог завершиться чем-то опасным у владения Егора Бесаева. Однако подставил ногу защитник. И розыгрыш корнера с дальней от нашей операторской позиции бровки будет разыгрывать четвертый номер Нима Андац. Никита, ты посмотри, очередная атака проходит через фланги Егора Ананьева. Очень интересно, почему же, как они смогли узнать, что будут проблемы именно вот на правом фланге обороны. Ну, я бы не сказал, наверное, что пока есть какие-то проблемы серьезные у Ананьева, да, то есть мы не видим ударов по воротам, и да, и этот прострел тоже оказался заблокированным. Может быть, скорее Иран пляшет от себя. Подача с углового, продолжу позже мысль, момент, и взмывает мяч вверх, уходит за пределы поля. Что, еще один угловой? Да, еще один угловой зарабатывают футболисты Ирана. Смотри, как опасно, они создали себе момент, сразу же забрасывали на дальний угол ворот, и еще немножко, и можно было забивать и первый мяч в этом поединке. Но, как видим, счет остается 0-0. Да, пока, наверное, первая 5-минутка явно за Ираном остается. Команда больше владеет мячом, больше атакует, и удар по воротам уже есть, неплохие подходы. Еще один корнер, классный навес, кулаками здорово действует Бесаев. Что с подбором? Ну, подбор будет за Иранцем. Здесь без вариантов, главное поосторожно действовать. Не так, конечно, как сыграл, но Фари немножко поторопился. Было время у него подумать, оценить обстановку и сделать более точную передачу. Много борьбы. Пока мяч вверху, надо, пожалуй, его вниз опускать, но все-таки не волейбол, немножко другая игра, в нее ногами играют, и покатать мяч внизу тоже вполне себе хорошая затея. Разыгрыш аут от сборной России. Кирилл Волков сейчас находится с мячом, ищет, кому же отдать эту передачу, вероятнее всего будет бросать далеко по флангу. Тут за мяч борется Вадим Пастушков, потеря, и футболисты Ирана отправляют мяч далеко и надолго вверх. Вот, еще один аут зарабатывают футболисты сборной России. Снова с мячом Кирилл Волков. Что же на этот раз они смогут придумать? И передача. Хотелось бы, конечно, давать ее по флангу чуть дальше, чтобы забегал Андрей Ивлев. Но, как видим, и дальше продолжается атака сборной России. Справляются защитники Ирана. И очередной аут. Снова Кирилл Волков с мячом. Ну, неплохо сейчас Ивлев продвинулся по флангу. Это представитель «Спартака» московского. Первая такая серьезная вылазка, можно сказать, большим числом от россиян. Но ее здесь зря поднял высоковато ногу футболист сборной России. Это Станислав Топинко, был капитан команды. Ну и стандарт очередной. Зафиксировали нарушение правил судьи. Розыгрыш от собственных владений. Ну и, похоже, галки приведет мяч еще в игру. Это Ашрам Шакури, представитель Эстегляля. В целом, что интересно отметить, практически равное представительство по количеству команд у сборной России и сборной Ирана. Более 10 коллективов представлены в составе одной и второй команды. Это, кстати, большой плюс, на мой взгляд, когда нет явного перекоса, скажем так, в 2-3 клуба в одной стороне. Классная игра на опережении. Пока заброс вперед. Подбор будет за Ираном. Можно пробовать отдать налево, но полез в обыгрыш вместо этого Гализаде. Ну и мяч потерял. Так вот, продолжим мысль. Классно, когда разное количество команд представлено в составе сборной. Это значит, что в стране развивается футбол повсеместно, а не один-два клуба, которые являются гегемонами, которые, в общем-то, представляют на международной арене также свою страну, своими воспитанниками собственными. Надеюсь, Паша, со мной согласишься. Это очень-очень приятно смотреть, когда у тебя 11 игроков может представлять 11 разных команд. Знаешь, также хотел бы отметить, ты же знаешь, гегемония в России за счет футбольного клуба «Зенит», и только один футболист из «Зенита» присутствует в составе сборной России. И больше всего футболистов из футбольного клуба «Спартак», по-моему, 5 их, если я не ошибаюсь, и «Краснодар» 4. Вот.
Да, из «Зенита» у нас Матвей Бардачев. Именно он представлен в этой команде. Ну, кстати, что касаемо «Спартака», что касаемо Краснодара, да, и футбольные школы весьма и весьма развиты. В Краснодаре в целом повсеместно открываются новые поля и набираются ребят, футболисты юные. Вот даже не так давно пообщался с одним из непосредственно краснодарцев. Правда, он к футболу не особо отношения имеет, но гордился тем, что поля действительно везде. Сейчас очень развивается футбол в этом регионе. Ну и, пожалуйста, успехи уже есть, так как немало представителей этого города, именно этой школы, в составе сборной России до 17 лет. Заброс на левый фланг. И посмотри, очередной раз через левый фланг, передача в центр, ой, какой момент только что мог быть, и справляются вроде как футболисты сборной России, тут же потеря, очередной навес в зону Бесаева, и он справляется. Справляется с этим мячом, начинает быструю атаку через левый фланг, казалось бы, Вадим Пастушков сохраняет этот мяч, продолжает атаку через левый фланг, заброс, и что же дальше придумает у нас Егор Сысоев, потеря. Неплохо все развивалось, красная контратака. Вот сейчас на встречных курсах проходит футбол, нарушение правил в центре поля. Фалит, ну, может быть, такой немножко даже тактический фол от Арсения Хорина. Надо было немного подсбить темп атаки сборной Ирана. Пока игра оставляет весьма-весьма приятные впечатления, в первую очередь за счет своего темпа. Команды не отсиживаются в обороне, не излишне долго держат мяч в центре поля, а стараются в первую очередь за счет флангов у сборной России и за счет длинных передач у сборной Ирана доходить до чужой штрафной. Ну вот, правда, пока голкиперов мы не так часто видим, конечно, почаще. Бесаева, однако, не после ударов по воротам, а скорее после заброса в штрафную и на вес. Вот, и разыгрывают они мяч, футболисты Ирана, через левый фланг очередной навес будет, нет, справляется с этой попыткой атаки порушу Арсений, и будет аут от футболистов сборной Ирана. Смотрим за вводом мяча с боковой линии. Я думаю, сейчас куда-то вперед пойдет передача продольная, а может быть и назад через защитника можно сыграть. Разные варианты есть. И все-таки первый вариант принимает футболист сборной Ирана. Садики с мячом налево. Можно попробовать развернуть атаку. Великолепнейшая передача на правый фланг. Это Ягуб Браже. И видим, как сразу же Вадим Пастушков начинает набирать по левому флангу. Классный отбор. И продолжается, входит он уже в зону соперника. Неплохая передача такая уже на своего нападающего Егора Сысоева. А вот защитники сборной Ирана справляются в этом моменте. И очередной аут к мячу подходит у нас Кирилл Волков. И посмотрим, что же Кирилл придумает в этот раз. Вот аута. У нас в чате спрашивают, из какого клуба шестой номер сборной России. Это Станислав Топинко. Конечно же, раз скажем вам обязательнейшим образом, это представитель Академии Чертанова. Кстати, не один даже он, два представителя Академии Чертанова в составе сборной России. Также очень-очень хорошая академия, которая представляет разные возраста. И многие из них, кстати, играют и в Беларуси на детско-юношеских турнирах. Вот, в частности, будут играть в ближайшие пару месяцев. Играли и также зимой. Но сейчас не о Чертанова речь. Сейчас речь о том, что вот аута с правого фланга для сборной... Нет, не для сборной. Для сборной Ирана, но чуть подальше показывает Никита Кабакс. Нужно вводить мяч в игру Ними Андарцу. Поджимает Россия, ну и неплохо иногда удается перехватывать мяч у соперника и организовывать свои контратаки. Вот, правда, пока все-таки до какой-то остроты у ворот Шахури не доходит дело. Еще один фол. Вот, обратите внимание, Паша, намного больше фолят россияне, ну и, наверное, по делу. Первая карточка сейчас будет предъявлена. Ну и, как мне казалось, в этом моменте все-таки нарушал Кирилл Волков. Но, опять же, там такой момент, в котором, в общем-то, можно было не давать желтую карточку. Такой немного зацепили, а вот тут больше акцент криком сделали футболисты сборной Ирана, а именно 21 номер Корсата Хири. Вот. Смотрим повтор момента. Да, Волков изначально придерживал за моего соперника, но вот потом Хорин в ногу попал Тахири. С этого повтора должно быть хорошо видно. Да, зацепил правую ногу. Ну и, собственно, за это и был предъявлен горчичник от Никиты Кабака. Первое предупреждение на 13-й минуте. Ну, можно сказать, что старт матча уже позади. Не забываем, что у нас все-таки на 5 минут меньше тайм, нежели в стандартном варианте. Ну и этот старт, на мой взгляд, все-таки остается за сборной Ирана. Хоть и немного, может быть, с натяжечкой, но поинтереснее действуют наши номинальные гости.
Я с тобой полностью согласен, но опять же, стоит отметить, как в последнее время набирает ход сборная России, и на самом деле очень много опасных моментов создает Вадим Пастушков, согласись. Да, классно проходит без вопросов, но вот пока не удается доводить мяч именно до центрального нападающего. Хотелось бы почаще Егора Сысоева видеть. С мячом в игре буквально два раза мяч до него доходил, ну и один раз он просто-напросто неудачный прием продемонстрировал. Классно, так правым флангом может получиться у россиян, есть вариант с подачей, пас в разрез, двигается вперед Тапинка, и далее вынос за боковую линию, ни к чему это так и не приводит, но с другой стороны можно уже вторым темпом через вот мяча из аута продлить свое наступление. Заметь, как Тапинка с центра поля дает передачу сразу же на правый фланг и летит помогать в атаке. И сразу же получил передачу, пытался как-то ближе к воротам отдать эту передачу, но, как видим, защитники Ирана справляются. И в этом моменте отправляется мяч в воздух. Второй этаж остается за Ираном. Можно попробовать сделать передачу на ход. Не самый аккуратный пас. Да, вбегание неплохое было. Если бы такую закидушечку чуть посильнее сделал футболист в белой форме, могло бы получиться что-нибудь опасное. Пока на дальней бровке Садыги скидывает назад. Отличная игра на опережение, но прямо на ногу соперника. Вот такой немножко видно юношеский футбол. Ребят просто лупят мяч в одну в другую сторону сейчас через центральную линию. И такая серия потерь взаимных произошла. Налево переводит Розогиня. Вот, продолжается атака через левый фланг. Очередной заброс в зону Ананьева. И еще одна попытка заброса. Штрафной удар зарабатывают футболисты Ирана. Очень опаснейший, потому что очень близко к штрафной зоне. И еще пару метров можно было бы и ставить 11-метровый удар. Давайте посмотрим вместе с вами повтор, который сейчас у нас будет. И видим, как недоволен капитан команды сборной России Станислав Тапинка идет и разговаривает с судьей. Вот, штрафной удар. И, казалось бы, что... Я не понимаю, почему Тапинка здесь на самом деле негодует. Нарушение, на мой взгляд, было. Да, чистое нарушение, удар есть, но, опять же, тут уже играет такая футбольная хитрость, да, которая позволяет заработать вот этот вот штрафной. Возможно, чуть больше где-то добавил децибел и крикнул, и судья уже все-таки решил, что дико больно. Разыгрываю штрафной, удар! И справляются футболисты сборной России. Вадим Пастушков отправляет этот мяч на угловой. Третий угловой в матче и все три угловых на счету сборной Ирана. 16-я минут первого тайма стартует. Смотрим с заводом мяча с дальней бровки. Активен тренер сборной Ирана Абди Хасаинов, прямо недалеко от нас находится. Подача взмывает мяч вверх. Постоянно на ногах, подсказывает что-то своим подопечным. Но визуально весьма спокоен. Уверен, кажется, в своих ребятах. Еще один навес и мяч. А если бы сейчас юркнул в дальний угол, а? Да, с нашего, конечно, ракурса казалось бы, что он сейчас туда залетит. Вот, и в свою очередь хотелось бы отметить Дениса Первушина, главного тренера сборной России Ю-17, который совершенно спокойно сидит и наблюдает за футболом своей сборной. Вот, и, наверное, хотелось бы рассказать маленькую историю про главного тренера сборной России, который, в свою очередь, провел в ЦСКА 14 лет, был главным тренером у детской юношеской школы. Вот, знаешь, воспитанники у него достаточно такие яркие футболисты. Это Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Никита Чернов, Илья Помазун и Тимур Жамалетдинов, которые, в свою очередь, играют и в сборной России. Действительно, список внушительный. Вот нас сейчас спрашивают, кто же представляет «Спартак» в составе сборной России. Всех назовем, независимо от того, это основной или резервный игрок. Это Егор Ананьев, это также Андрей Ивлев, Вадим Пастушков и Егор Сысоев. Вроде бы никого я не упустил. Вот эти вот ребята представляют «Спартак». Снова длинный заброс, но аккуратненько действует футболист сборной России. Передача на правый фланг на Егора Ананьева. Тот заброс делает, но не получается через короткий пас выходить из обороны у россиян. Может, получится через среднюю длинную передачу на фланге. Правда, пока перекрывает абсолютно все. Сборная Ирана владеет мячом больше. Можно направо заброс делать. Неплохая передача в направлении Бараже. Тот успевает мячу первым. Он недалеко от штрафной площади уже находится. Там, конечно, фалить совершенно точно нельзя. Пас назад. Хорошее врывание в штрафную. Но до удара пока дело не доходит. Подача и... Кивком головы переправит мяч по створу. Еще один неплохой момент у сборной Ирана, но снова не идет мяч по створу ворот. Это Амир Мухаммад Розогиня бил по воротам, но все же переправит мяч по створу не удалось. И заметь, ты в самом начале игры отмечал 13-го номера сборной Ирана, от которого стоит ждать вот такой достаточно серьезный футбол, назовем это так, да, такой натиск жесткий. Да, и он в прошлом видим, матче в этом моменте он отыграл. Очень здорово отметился, он забил уже на 8-й минуте матча против сборной Беларуси У-16, но отмечаем, конечно, что
сборная Беларуси это все-таки у 16 на год помладше. Естественно, тяжелее нашим ребятам было. Он отличился на 8-й минуте, а также на 40-й, после чего еще и на 63-й сумел голевую передачу. Это 2 плюс 1, это явный игрок матча, без всяких сомнений, без всяких вариантов. И, естественно, к нему пристальное внимание должно быть не только от нас, но и, естественно, и от тренерского штаба игроков сборной России в этом противостоянии. Атака левым флангом у иранцев, передача назад. И смотри, как четко обороняются футболисты сборной России. Казалось бы, Бородачев сразу отдавал на Топинку, который, в свою очередь, отдал неточную передачу на своего правого вингера, который, по-моему, был там Андрей Ивлев, если я не ошибаюсь. Вот, и сразу четко возвращается в оборону. Как же четко регулирует игру капитан команды Станислав Топинка. Вот, и еще одна атака сборной Ирана через правый фланг уже начинается. И справляется с ней Матвей Бардачев, который, в свою очередь, отправляет этот мяч куда подальше. И футболисты Ирана в очередной раз забирают мяч под свой контроль. От вратаря будут разыгрывать этот мяч. Расскажу пока немного про группы. Может быть, кто-то не смотрел вчерашнее противостояние, еще не в курсе всех положений вещей в рамках Кубка развития. Удар. Ну вот только я хочу что-то рассказать, они сразу постановление создают. Может, это мне надо рассказывать, чтобы не было таких опаснейших моментов? Давай, Паша, тогда немножечко про групповой этап расскажем, про то, как у нас будут дела обстоять и какой календарь у чемпионата. И предыдущий день закончился группа А. Сборная Беларуси Ю-17 занимает первое место, далее Казахстан Ю-17, Россия Ю-16 и Узбекистан. Ю-16, в свою очередь, имеет в своем активе, к сожалению, по 0 очков. Сборная России Ю-17 выиграла со счетом 3-0 и, соответственно, что? Потеряла, к сожалению, эту информацию. Вот, ну давай же посмотрим с этим опаснейшим моментом, который только что через правый фланг развивался у сборной Ирана. Все так же они сохраняют мяч под своим контролем. И еще один заброс в зону. Будем в зону Бесаева ждать. Удар головой будет или нет. И тут уже справляются футболисты сборной России. Пора начинать свою атаку через правый фланг. Мяч подхватывает Папушой. Потери не хватило, с красных данных здорово отбивается иранская сборная. И все-таки, что касаемо группового этапа, как раз сейчас нарушение правил зафиксировано, есть небольшая пауза. После первого игрового дня у нас ситуация такова. В группе А принимает участие Казахстан, 18, Беларусь 17, также Россия и Узбекистан до 16 лет. У Казахстана уже 6 набранных баллов, у Беларуси 3 очка, но один проведенный матч. Они еще будут играть с сборной России и 16, Узбекистан пока 2 поражения. Ну и, собственно говоря, шансов практически не остается на продолжение борьбы в группе А. Мы сейчас больше будем смотреть за группой Б, конечно же. Сборная Ирана до 17 лет вчера одержала победу и на первом месте располагается с 3 баллами. Сборная России сыграла в ничью 1-1 с Таджикистаном у 17 и, соответственно, занимает вторую и третью позиции в группе. Ну а сборная Беларуси, как команда, которая пока очков не имеет, 4 место замыкает группу Б. В этом квартете команды сыграют по матчу друг с другом, после чего уже в зависимости от занятых мест у нас с вами будут проходить матчи за места. Никакого плей-офф так далее на турнире не предусмотрено. 5, 7, 9 и 11 февраля игровые дни в футбольном манеже в Минске. И, кстати, будет очень интересно. Сегодня у нас на замене находится Виктор Акишор, который забил единственный мяч своей сборной. И будет очень интересно, как же сработает Денис Первушин. Возможно, это его козырь, который во втором тайме выйдет и решит опаснейший какой-нибудь момент. Вот, и очередная атака была сборной России через левый фланг. Тут же потеря и отличнейший перевод. Посмотри, никого из сборной России нет на левом фланге сборной Ирана, в свою очередь. И развивается атака. Видим, как же четко сыграл в этом моменте у нас Арсений Папушой и заставил футболистов сборной Ирана откатиться чуть-чуть ниже. Вот, но все так же не сохраняет этот мяч в своем владении. И будет продолжаться атака через левый фланг. Отправляется мяч еще левее к линии аута. И видим, что не готова уступать сборная России. Все так же пытается прессинговать. Четко обороняются и в моменте взрываются. Готовы забирать свои очки. Да, скорее кажется, что Россия немножко вторым номером пытается действовать в скоростных контратаках. Иран сейчас все больше и больше просто во владении мячом сваливается. Не видим мы каких-то опасных моментов, хотя пару эпизодов было, когда казалось, вот открытая зона, вот можно попробовать убежать. Но действительно компактно и грамотно обороняются россияне, успевают возвращаться на свои позиции. То есть не дают большого количества времени Ирану на развитие контратак. Вот сейчас, может быть, получится и неплохо на левом фланге. Садиги,
центр. Ну, здесь классный отбор. Хорин. А ему ведь постараже нужно действовать. У Хорина есть уже предупреждение. Горчичник подставлять свою команду никоим образом нельзя. Снова Садиги на левом фланге. Что придумает Махан? Подача штрафную и вынос куда подальше. Исполнение Кирилла Волкова в район центрального круга. Второй этап остается за иранцами. Можно в касание назад скинуть передачу. Однако принимает мяч Нима Андарц. Ну и сейчас играет на центр деф своей команды капитана Ирфана Али Дарвиша. Заметь, как низко стал опускаться Егор Сысоев после того, как минут, наверное, 10, если я не ошибаюсь, до него не доходил этот мяч совсем. Он буквально там пару раз только коснулся головой, и в конце концов была потеря. Очередной штрафной удар в сторону ворот Егора Бесаева, и как-то жестко играют. Возможно, не успевают. Не знаю, может быть, наверняка сверху просто болят. Они намного больше не аспиранты, это факт неоспоримый. Может быть, изначальная такая вот политика, тактика была у тренера. Чуть пожестче ставить ногу, идти, скажем так, в эти стыки. Но, конечно, лучше идти в стыки более аккуратно, без нарушений правил, попадать в мяч, а не в соперника, что пока делать далеко не всегда удается. Штрафной, да, изначально перспективного вряд ли назовешь, но розыгрыш на краткий через Дарвиша. И дальний удар, мяч летит не пойми куда, и очередной раз Егор Бесай будет вводить мяч в игру. Возможно, на коротке стоит разыграть этот мяч, чтобы как можно скорее вести его в игру. Именно так он и делает сразу же. Через левый фланг Матвей Бардачев, Кирилл Волков, снова Бардачев. Тянет этот мяч вперед, и будем смотреть, что же он придумает дальше. По его взгляду, казалось бы, что он будет отдавать в сторону Вадима Пастушкова. Вадим набирает отличный ход, а вот тут уже классно сохраняет мяч Андрей Ивлев, который, в свою очередь, является, по-моему, самым возрастным игроком сборной России U17. 17 лет, остальным по 16, если я не ошибаюсь. Ну, еще пару партнеров, которым тоже по 17 лет, понятное дело, есть. Вот, атака закончилась ничем. В очередной раз берет вратарь сборной Ирана Аршаш Акури этот мяч в руки и будет вводить мяч в игру. Да, розыгрыш ворот. Поправлю тебя немножечко. Да, действительно, не так много есть. Один игрок 2005 года рождения в составе сборной U17 России. Но вот несколько ребят, у них уже в январе день рождения был. Вот, например, Егор Бесаев. У него 3 января был день рождения. Егор Ананьев 16 января. Ну вот в этом месте будет, например, еще у Кирилла Чебукара праздник, но пока аут. Да, действительно, Иран поактивнее сейчас смотрится, но чтобы я еще не сказал, не хватает немножечко остроты у ворот. Вот добавить пару моментов, пару ударов, таких, конечно, как мы видели недавно от капитана Дарвиша с центра поля, очень неточно, там свалился мяч ноги, да и в целом решение оказалось немного опрометчивым. А вот так, как было, например, в начале матча, когда были поострее атаки от иранцев, тем более команда забивная, команда готовится вовсю еще и к Кубку Азии до 17 лет, и в целом серьезное отношение в иранской сборной. Как я уже говорил, команда показывает классный футбол, и недаром сейчас является, может быть, даже одной из лучших в Азии по своему возрасту. Заброс вперед. Что, еще одно нарушение? Только на этот раз уже фолят иранцы. Ну вот, можно сказать, такой довольно редкий случай, когда фол со стороны команды номинальных гостей у нас происходит, а не наоборот. Не могу не отметить сегодня еще один немаловажный факт. Сегодня, раз мы уже заговорили про даты с тобой, можем поздравить футболиста сборной Ирана. Абульфазл Мариди. Сегодня у него день рождения. Конечно же, поздравляем, желаем классной футбольной карьеры, побольше успехов, кубков, титулов и так далее. И, естественно, поменьше травм этому парню. Болельщики также могут присоединиться в счет трансляции. У нас пока очередной свисток и еще одно нарушение. Кстати, снова от сборной Иран. Вот, и посмотри, будет очень интересно, сможет ли он устроить себе подарок, выиграть в этом противостоянии. И, как мне кажется, пока что футболисты сборной Ирана куда ближе к первому забитому мячу в ворота своих соперников. А вот сборной России надо включаться. Будет очень интересно, какие же слова подберет на начало второго тайма Денис Первушин. И смотрим. Сейчас Топинка переводит на левый фланг. Егор Ананьев с мячом. Дальше отправляет. Очень интересно, смогут ли завладеть этим мячом футболисты сборной России. Отправляется мяч в сторону Егора Сысоева. И защитники сборной Ирана справляются. И в этом моменте падение мы видим. Судья никак не реагирует. И опаснейшая атака сейчас будет в исполнении футболистов сборной Ирана. Тут же Тахири подхватывает этот мяч. И посмотри, как разбирается в этом моменте Георгий Тихомиров. Совершенно спокойно забирает он этот мяч. И
Начинается атака через левый фланг. Волков. Передача в сторону Андрея Ивлева. И там уже потеря происходит. Потеря. Но смотри, какой прессинг включает сборная России. Сразу же неплохой. Действительно классный выход сборной получился. Очень хладнокровно действовали россияне. Но сейчас уже Иран переводит мяч на дальний фланг. И снова через заброс. Даст ли зацепиться? Мяч уходит в аут. Только вопрос, от кого там? Такой небольшой пинбол у нас был. Ну и показывает судья, что все-таки от футболистов красной формы мяч покинул пределы поля. И, соответственно, выход за боковую линию. Будем смотреть за развитием этих событий. Футболисты сборной Ирана выбрасывают этот мяч своим защитникам. И спокойненько будут развивать постепенную атаку. И через правый фланг. Смотри, как же Волков тут справляется. И все так же футболисты сборной Ирана сохраняют мяч под своим контролем. Отличнейший отбор. Классный отбор сейчас показал Арсений Хорин. И продолжается тут уже атака от футболистов сборной Ирана. Вот направо фланг. Как между двумя соперниками продвигается. Здорово и здорово двигает вперед Андарц направо. Будет ли далее развитие атаки? Удар поворотом в ближний угол. Ну вот и Бесаев вступает в игру. Уверен, здесь тут первый номер. На чеку голкипер. В общем-то, такие мячи и должен брать, конечно, готов, подготовленный вратарь. Но отметим, по крайней мере, удар в створ. Это уже здорово, это уже неплохо. Это продолжать нам такого только побольше и нужно. Заброс на левый фланг, атака от сборной России. Передача еще в направлении Тапинки. Станислав, нет, не успевает. Ну что, просто это Андрей Ивлев был, да. Не рассмотрел, 8-6 номер, конечно же, это был Андрей Ивлев. И розыгрыш аут. Вот, и первый же опаснейший момент, на самом деле, и удар поворотом произошел у поворотом Егора Бесаева. А он, в свою очередь, совершенно спокойно с ним справляется. Тут уже атака сборной России через левый фланг. Передача на Ивлева, он, в свою очередь, отправляет снова на Волкова. Смотрим на эти маленькие переступы. И Тапинка с мячом отправляет мяч Тихомирову. Он, в свою очередь, на Ананьева. И неточная передача в сторону Хорина Арсения. И также хотелось бы отметить, что Арсений Хорин единственный футболист сборной России Ю-17, который имеет стоимость на трансфермаркете. Это 75 тысяч евро. Смотри, какой дорогой футболист. И, к сожалению, единственный в составе сборной России. Ну ничего, на самом деле это все через пару лет исправится, когда ребята уже подрастут и дойдут до основных команд, вот там-то трансфермаркет и заработает в полной программе. С другой стороны, 75 тысяч евро готов сейчас выложить за игрока? Достать прямо из кармана? Да, конечно, у меня же деньги такие в карманах находятся. Я другие деньги не ношу. Передача назад, можно попробовать подать штрафную. Прострел и угловой, по-моему, был. Нет, и еще раз нет. Показывает себя, что будет разыгрыш мяча от ворот на 31 минуте. Вот уже, кстати, последние 10 минут первого тайма у нас с вами стартовало. Выводы какие-то можем уже определенные делать по первой половине. Как думаешь, нужны ли какие-то замены командам? На самом деле, мне кажется, нет. Мне кажется, нет, иранцы достаточно сильны, я бы сказал, вот. А сборная России, возможно, можно будет освежить фланги и доставлять мяч как можно чаще Егору Сысоеву, потому что, опять же, он очень редко входит в игру, несмотря на то, что он проделывает достаточно объемную работу, передвигается по всей ширине площадки и готов входить в эту игру. Вот. И опять же, заметь, как только мы вспомнили про Арсения Хорина, он сразу же создал опаснейший момент, и, как мне казалось, там мог быть угловой. Но, опять же, судья виднее. Да, мог пару тысяч себе уже накинуть, понял? Судья все-таки грамотно позицию занимал, поближе, чем мы находимся. Все-таки у нас позиция, как вы можете, собственно говоря, видеть в нашей трансляции. К бровке, которая является правой для сборной Ирана в этом тайме. Атака от иранцев через дальний от нас фланг. Можно пробовать перевод сделать. Хорошая передача в направлении Андарца. Тут получает мяч. Справа есть Бараже. Бараже мяч получает. Ну, его подтягивает так за майку Волков довольно явно. Но Бараже устоял на ногах и перевел уже на центр деф своей команды. Хисама на Фари. На Фари налево. Играет через Залихаи. Тот дальше. И подача штрафную. Такой не самый удобный пас. В общем-то, даже для нападающих мяч скакал и спокойненько отбивает его Георгий Тихомиров. И заметь, как жестко играет на самом деле
Кирилл Волков, и мне кажется, что он может быть первым претендентом на желтую карточку, если судья заметит вот еще какое-нибудь такое движение, как потянуть за футболку или вот так вот в жесткий стык пойти. Но опять же, как видим, футболисты Ирана, возможно, это почувствовали, и атаки идут только через левый фланг, где у нас находится Егор Ананьев, в свою очередь, который не так жестко играет. Как думаешь? Не знаю, все-таки, скорее всего, изначально упор был больше на левую бровку, хотя и через правый фланг тоже пара атаки развиваются. Наверное, предположу, что скорее от себя, опять же, пляшет Иран. Есть скоростные, хорошие футболисты на левом фланге, и через него можно пробовать давить, периодически смещаясь уже на фланг противоположный. Естественно, исключительно через одного игрока действовать это просто-напросто не дело. Это нарушение правил и желтая карточка. Второе предупреждение в нашем матче. Скосил своего оппонента Нима Андарс, получает предупреждение, вполне себе заслуженное. Фол в центре поля, причем фол из разряда явно не обязательно. И заметь, как Никита Кабак сразу же успокаивает Кирилла Волкова, который, в свою очередь, тоже очень жестко играет. И как только после него произвели такое вот опаснейшее движение, после которого можно было, конечно, заработать травму. Вот, но, как видим, все остается в порядке, и он его успокаивает, говорит, успокойся, все нормально. Вот, ты точно так же жестко играешь. Да, но не в мяч, явно, там даже намека на игру в мяч не было от Андарса, за что и получил предупреждение от футболиста, вполне себе заслуженно. Смотрим дальше за игрой. Казалось бы, передача идет в сторону Топинки. Не смог тут до конца доработать Андрей Ивлев. Уже атака сборной Ирана начинается. И очередной стык, в котором участвует Кирилл Волков. Мне кажется, и в этом моменте может быть уже и желтая. Посмотрим, отложенный штраф тоже может судья выдать, пока игрок Ирана на газоне продолжит атаку. Удар! Ты просто посмотри, какой момент, как же рядом со штангой прилетает этот мяч. И видим, как два футболиста из разных сборных лежат у нас на поле. Нужна помощь медиков, к сожалению, да, выходит медицинская бригада, дабы помочь Касрат Тахири, ему досталось. Но вот если бы сейчас еще Исмаил Гализаде попал в дальний угол, вот это наказали бы сейчас Волкова и всю сборную России за столь жесткую игру. Во втором моменте смотрим из-за ворот. Освободился, отклеился от соперника, пробил, я думаю, попади в дальний, не спас бы свою команду Бесаев. Еще раз посмотрим повтор этого момента, очень-очень классный выверенный удар, но немножко точности не хватило. Смотри, вот этот опаснейший момент, в котором локтем получает по голове, по-моему, это Георгий Тихомиров. И после этого он лежит на поле. Желаем, конечно, ему здоровья, чтобы он как можно скорее возвращался и не было никакой внеплановой замены, потому что игра, по-моему, только набирает свои обороты, особенно у сборной России, которая, в свою очередь, очень много атак пропускает от сборной Ирана. Они достаточно сильны. Вот. Да, ну вот вроде бы игрок сборной России уже поднялся, с иранцем чуть потяжелее все еще на газоне Касрат Тахири. 21 номер команды из Ирана. Ну вот повтор фола, там Волков... Я не обратил внимания, по-моему, все-таки без желтой обошелся Волков, простил его Кабак, ну, может быть, уже и еще один фол, и прощать перестали. Возможно, он сделал акцент на футболиста, которые находились на поле, лежали, вот, и все-таки решил дать ему последний шанс. И видим, похоже, у нас... Готовится первая замена ставит сборной России. Нет, не готовится. Тихомиров. Казалось мне, что там уже на скамейке запасных какое-то движение, но нет. Действительно, Тихомиров уже готов. Ну, вроде бы готов сейчас будет и Тахири. Немножечко заморозки сейчас на колено применит этому футболисту. Попьет водички и отдышится. И если может продолжить игру, то и отлично. Можно действительно обойтись без замены. Остается 4 минуты до окончания первого тайма. Передача на левый фланг с мячом Волков. Кирилл Волков. Ну что, направо. Играет через центр деф своей команды Матвея Бардащева. Ну и Бардащев посматривает. Ищет адресатку на... Леон в фланге находит пас в направлении Пастушкова. Пастушков, смещение в центр, подача штрафную. Но снова не самый такой удобный пас. Вышел слишком низко, со скоком от газона, и спокойно отбиваются защитники. Однако подбор снова сборной России. Передача опять на левый фланг. Но вот как-то у нас действительно и у одной, и у другой сборной сегодня именно левая бровка работает намного больше. Как думаешь, возможно, им стоит поменять свои привилегии и желания, и пойдет опасная атака. Ой, посмотри, какая передача головой только что была от защитника вратарю команды сборной Ирана Шакури. И казалось бы, что мог достать этот мяч Егор Сысоев. И очередное падение. Лежит футболист Ирана на поле. Досталось немножко Дарвишу. Но вот ты сказал по поводу изменения вектора атак для одной и другой сборной. Но давай вспомним, откуда пришел самый опасный момент, который был минуту назад. Как раз таки подача ведь с правой бровки была. Согласен. Но опять же, стоит отметить, что...
Нет, ничего не стоит отметить, потому что это было после момента. Лежал у нас на поле Георгий Тихомиров. Еще одно нарушение правил, на этот раз иранцы фолят, показывает судья еще и жестом, за что именно он дал этот свисток, штрафный удар за толчок. Не готов Тахири сразу ждать раза и играть мяч своему оппоненту, однако делает это на краткие россияне, и мяч уже у Тихомирова, тот направо готов перевести мяч, нет, снова в середину играет в центрального круга Топинка, сейчас на правый фланг, подача не точная, что насчет контратвета, Сагиди в обыгрыш, нет, контратаки здесь никакой опасности не будет, это просто разыгрыш аут. Да, Андрей Юлев совершенно спокойно справляется с этим моментом. И вот футболисты Ирана зарабатывают аут. Очередной раз через линию обороны начинает свою атаку. Казалось бы, будет дальний перевод на правый фланг. Но, как видим, все равно решили через левую бровку начинать свою атаку. Передача в центр. И, казалось бы, посмотри, как сейчас мог Станислав Топинко прервать эту атаку, начать контратаку своей сборной. Но у него, к сожалению, это не получилось. Передача пяткой. Справляется, по-моему, это у нас Георгий Тихомиров. Вот, передача в центр. Андрей Ивлев ищет варианты. Ананев отправляет этот мяч вперед в сторону Егора Сысоева, который переводит на левый фланг. Пастушков Вадим с мячом ищет варианты. Как же он два раза неплохо обыграл своего соперника. Волков подключается к этой атаке. Передача обратно Вадиму Пастушкову. Мяч в центре. Волков, возможно, будет делать навес. И что же дальше придумают футболисты сборной России? Удар поворотом будет или нет? Будет! И справляется с этим ударом Вадима Пастушкова, защитники сборной Ирана. Но также продолжается атака. Сысоев в борьбе, и снова Волков летит на этот мяч, возможно. Не удается пробить поворотом, хотя, да, казалось, по первому движению Волкова он сейчас уже пальнет с дальней дистанции. Поджали россияне-то в концовке первого тайма иранскую сборную, поджали неплохо. И если бы не блок от защитника, мы бы увидели, возможно, самый опасный момент в первом тайме. Не считая, конечно же, классного удара от Гализаде в дальний угол владения Егора Бесаева. Выходит мяч за пределы поля. Завершается потихонечку остальное время первого тайма. Но учитывая, что было несколько пауз, я думаю, что Никита Кабак еще где-нибудь минутку вполне себе может и докинуть к стартовым 40. Мяч в центре. Тихомиров Георгий снова отправляет его на левый фланг. Волков, к сожалению, не успевает за этим мячом. Отправляет его подальше, чтобы футболисты его сборной могли опуститься ниже и подготовиться обороняться. Вот. Вот принципиален Кабак. Не в первый раз, когда собирается игрок сборной Ирана ввести аут, ну, буквально на 2 метра поближе, нежели был сам выход мяча, сразу судья указывает, надо отходить назад. Как я и говорил, 1 минута добавлена, собственно, она уже и пошла. Ровно минуту еще команда предстоит провести на газоне Минского футбольного манежа в рамках первого тайма. Ну, какие выводы мы с тобой уже можем потихонечку делать по первой половине? В плане темпа игра очень-очень неплохо смотрится, но вот чего не хватает, это, конечно, ударов в створ и голов. Вот что с этим делать, это, конечно, вопрос на второй тайм. Вопрос на перерыв для и Дениса Перушина, и Абди Хасеина. Ты посмотри, какой отличный еще перевод был в исполнении Андрея Ивлева в сторону Вадима Пастушкова. И очередной опасный момент. Казалось бы, что мяч летит вроде как мимо, но справляется с этим моментом Арша Шакури. Перестраховался голкипер, да, там не стоило, наверное, ничего выдумывать, гадать, попадет мяч в створ или нет. Неплохо пробивался с команд газона Вадим Пастушков, кстати, не самый приятный такие удары для вратаря. Ну и звучит свисток арбитра. Что ж, друзья мои, стартовый тайм завершен, пока у нас нули на табло. Как вам первая половина? Оставляйте свои сообщения в чате трансляции. Не забывайте, конечно же, подписываться на YouTube-канал Федерации футбола и смотреть все матчи Кубка развития в прямом эфире. Ну и, естественно, ставьте лайк нашему эфиру, а мы отправляемся на перерыв и скоро вернемся.
Возвращаемся в Минский футбольный манеж. Ну что ж, друзья мои, вот и заканчивается перерыв. Противостояние между сборной России и Ирана до 17 лет. Это Кубок развития 2023. Причем сборная России уже на поле, уже вовсю готова. А вот иранцы еще только появляются потихонечку в нашем кадре. Готовятся выходить. Такая вот еще небольшая разминка перед стартом второй половины. Неплохой первый тайм был. Я бы сказал, что поинтереснее смотрелся Иран, но до, наверное, последних 5 минут стартовой половины, где сборная России заметно добавила. Несколько хороших атак ударов по воротам было. Ну и вот у нас отмечаем несколько сразу же замен в составе сборной России. Появляются свежие футболисты на поле. Появляется у нас на поле Кирилл Чебураков по 19 номерам и вместе с ним Артем Корнеев. Будем смотреть, как же они будут включаться в эту игру и освежать, вероятнее всего, правый фланг, видим вместе с вами. И будет очень интересно посмотреть за развитием во втором тайме. Вот, с центра поля будут разводить футболисты сборной России. И видим, сейчас начнется второй тайм. Ждем стартового свистка и поехали. Давайте по составам пробежимся. С учетом изменений, конечно же, и с учетом футболистов, которые еще могут выйти на поле и, вероятно, выйдут в этом матче. Удар по воротам! Какой момент! Сразу же великолепный! Вот этот Корнеев, вот это вышел на замену. Я бы сказал, вылетел максимально заряженный из раздевалки. И сразу создал невероятно классный эпизод у ворот своего соперника. Ну а Шаша Кури, браво! Переводит мяч на угловой. Ну, действительно, момент просто шикарный. Как потащил, а? Вот это старт. Прием мяча на грудь и с лету. А если бы еще в угол попал, ну просто гений был бы. Угловой, а вот уже потом о составах играющих сегодня команд. Потому что очень-очень классный старт тайм от россиян. Подача с правого фланга. Взмывает мяч вверх. Но здесь, конечно, Шукури должен играть на щурке. Он это и делает. С него же и начнут представление состава сборной Ирана. 22 номер Аша Шакури в воротах, полевые. Эрфан Дарвиш, номер 2, капитан команды. По третьим Хисам Нафари, Нима Андарс, 4-й. Абулфази Залихаи, номер 5, 9-й Махан Садиги. 11-й Зархам Саадави, номер 13, Самир Мухаммад Разагиня. Под 15-м Эсмаэл Гализаде, 19-й Ягуб Бараже и номер 21 Касрат Тахири. Главный тренер команды Абди Хасаин. Что касаемо запасных сборной Ирана, это два голкипера. Мухаммад Фарзат Рахими, а также Мухаммад Хасеин Шерифи. Первые 12 номера. Номер 6 Галами Мани. 7 Алириза Хамаефарт. Номер 8 Махди Мусави. 10 Самир Хабабати. 14 Мухаммад Аскари. Рауф Султани. 16 Амириза Джидди. Номер 17. 18 Ильяр Рахмани. 20 Риза Ганди. И 23 Амир Мухаммад Джангури. Таков ростер сборной Ирана до 17 лет. И состав сборной России немножко у нас тут поменялся. В воротах все так же находится Егор Бесаев. Далее Егор Ананьев, второй номер. Четвертый номер Матвей Бардачев. Кирилл Волков все так же находится у нас на поле. Очень такой яркий игрок в первом тайме у нас был. Далее капитан команды Станислав Топинко, шестой номер. Далее восьмой Андрей Ивлев. Егор Сысоев, девятый номер. Также Артем Корнеев 7-й вместе с Кириллом Чебураковым 19 номером появились у нас на поле. Вот, и 13 номер Георгий Тихомиров. Смотрим за этим штрафным, который у нас исполнял Кирилл Волков. Неплохой был заброс. Футболисты сборной Ирана с ним справляются. Развивается атака через левый фланг и отправляется уже в зону к Егору Ананьеву, который в свою очередь отдает точную передачу. Продолжается борьба на правом фланге сборной России. Перевод налево. Ждем от Вадима Пастушкова навес в зону вратаря. Неплохой навес получается. Немного не хватает в этом моменте Егору Сысоеву. Подхватывал этот мяч Станислав Топинко. А он, к сожалению, под натиском соперника не смог ударить по воротам. Продолжается атака через левый фланг. Сысоев. Падение. И нет никакой реакции от судьи. Зарабатывают всего лишь угловой в этом моменте футболисты сборной России. Также запасных сборной России я вам назову. Это
Один голкипер. Данил Ладоха, 12 номер. Третий Богдан Мацола. 10-й Виктор Акишор. 14-й Кирилл Шубин. 15-й Максим Жуков. Илья Зубенко, 16 номер. 20-й Александр Ефимов. Иван Бобер, номер 21. И Максим Чуприна, 22 номер. Главный тренер команды Денис Первушин. Ну а теперь смотрим за еще одним угловым от россиян. Второй тайм явно уверенно начинает именно команда «Свечи». В красных цветах подача в штрафную площадь отбивается. Иранская сборная. Что насчет контрнаступления? Куда? Зачем такая свеча? Ну здесь, конечно, спокойно сыграет Ананьев без всяких вариантов. Пускает ран, неплохую возможность организовать контратаку. И снова наступление от россиян. Нет положения вне игры или есть? Есть. Поднимает флажок ассистент рефери. И, соответственно, атака остановлена. Весьма-весьма перспективно смотрелся этот контрвыпад в исполнении команд Первушин. И заметь, как в этом моменте бросил взгляд в сторону бокового судьи Егор Сысоев. И, как видим, мы недоумевал он в этом моменте, потому что судья не смог сразу среагировать и поднять флажок. Футболисты Ирана сейчас будут отправлять мяч на левый фланг. И мяч, казалось бы, уходит за боковую линию. И, да, уходят футболисты сборной России, зарабатывают свой аут. Смотрим, как Егор Ананьев в этом моменте будет вводить мяч в игру. Тут же открывается под него Артем Корнеев. А передача идет уже в сторону Андрея Ивлева. Активно очень вышел Корнеев. Мало того, что создал пока самый опасный момент второго тайма, так еще и здесь, в центре. Классно двигается, открывается, очень-очень активен. Вот аут снова с правого фланга от Егора Ананьева. Кажется, немножечко опешили иранцы на старте второго тайма. Явно не ожидали такой прыти от россиян, такого вот активного начала. Тайм под номером 2. Ну и пора бы снова забирать мяч под свой контроль. Заброс вперед в исполнении Андарса. Выпрыгивает Глизаде. Нет, не успевает. Он к мячу первым. Не хватило, может, немножечко расточки. Перехват россияне. Снова атаку свою организуют через левый фланг. Мы еще в первом тайме с тобой, Паша, отмечали, что команда очень много именно через левую бровку действует. Что Иран, что Россия. Ну вот посмотрим, будут ли изменения действительно в подходе, в организации. Атак, тайм под номером 2, заброс вперед. Второй этаж оказывается за Тихомировым. Ну и мяч снова у россиян. Ананьев. И заметь, как главный тренер сборной России Денис Первушин освежил именно правый фланг. Вот, несмотря на то, что атаки в основном идут через левый, также Егор Сысоев подключается, и, вероятнее всего, в один момент хочется все-таки, знаешь, такой сделать акцентик на правый фланг, сделать все перевод, и за счет того, что свежие игроки появились у нас на поле, возможно, придумать какой-то опаснейший момент, который завершится взятием ворот команды соперников. Опаснейший навес, удар головой, и забирает в этом моменте Шакури этот мяч. Неплохой удар был от Кирилла Чебуракова. И заметь то, что, опять же, правый фланг освежили, навес, и включается Кирилл в эту игру, делает удар по воротам. И казалось бы, что можно было сбивать. Вот. Да, но по позиции галкипера пошел удар, и, соответственно, никаких серьезных проблем удар Шакири не доставил. Кирилл Чебураков, это представитель Ростова в составе сборной России. Именно он вышел на замену, сейчас вы их... Тащит мяч вперед другой футболист, недавно появившийся на поле, Артем Корнеев, 7 номер. Ну, пока, наверное, на мой взгляд, субъективный, самая заметная фигура сборной России в атаке. В сколько у нас уже? 7 минут практически прошло во второй половине, уже и не совсем начало второго тайма. Уже команды немало времени на газоне провели. Волков принимает этот мяч, и классно, он только что обманул своего соперника. Дальний удар, который приходится в 11-го номера команды сборной Ирана. Саадави. Представитель Локомотива вышел на замену Артем Корнеев. Пока мяч у россиян, передача назад, но меня немножко удивляет, что у Ирана все еще ни одной замены нет. Да, там активно подопечные Абди Хусейна разминаются, вы этого не видите, но вот зато нам здесь прекрасно все заметно. Все, причем практически запасные, сейчас проводят активную разминку, но пока никто не готовится выходить на поле. Мне кажется, что он назревает уже просто у Ирана замена. Во втором тайме россияне намного увереннее смотрится, и просто кажется мне, скоро дожмут своего оппонента. Нужно что-то менять. Тем более количество замен у нас весьма-весьма немалое. Можно освежить игру полностью, перевернув ее с ног на голову, и, соответственно, почему бы не пользоваться этим всем главному тренеру иранской сборной. Но ему, конечно же, виднее. Все-таки недаром он этот пост занимает. Подача штрафную от Корнеева с правого фланга не проходит. Подбирают мяч иранцы. Передача налево. Это уже Залихаи.
пытался продвинуться вперед, может, промечиво это сделал. Корнеев перехват, скидка в центр, убирает мяч под правую ногу Ивлев. Можно пробить, Ивлев бьет, но это удар не опасный для Шашкури. Очень уверенно действует голкипер сборной Ирана. Пока низенные ошибки, пару классных спасений и очень-очень приятные впечатления оставляет этот футболист. Вот, отправляет он мяч на своих нападающих, которые, в свою очередь, не смогли разобраться и теряют вот этот мяч. В очередной раз Андрей Ивлев передачу на левый фланг и Корнеев снова. Скидка в центр. Заброс, касание. Но здесь, конечно, должны спокойно действовать полисы сборной Ирана. И точно получается отдать передачу на Бараже. Бараже, а вот кому Бараже сделал передачу, об этом история умалчивает. Перехват от Бардачева. Длинная мягкая передача на правый фланг. Все-таки начинает больше перегружать именно правую бровку россияне. Действительно, учитывая выход двух футболистов, именно сваливающихся вправо. Ну, в целом, Корнеев как раз-таки тяготеет к ближнему там флангу. Ну, а Чебураков дает скорее центр-форвард, но также сместился несколько раз направо. В общем-то, вполне себе логичное решение. Попробовать немного по-другому. Действовать немного по-другому, атаковать, сменить вектор своих наступлений. Вот аут от иранцев, ну и прессингует, конечно, россияне, не давая спокойно выйти из обороны своему сопернику. Заметь, вероятнее всего, Денис Первушин подобрал вот такие четкие слова, наставил свою команду на определенные результаты. Это только победа нужна им. Вот. И через правый фланг начинается атака Ирана. Вроде как остановились футболисты, ждут своих товарищей в центре поля. И видим, как у нас в отбор вступал Андрей Ивлев. Сохраняет мяч футболиста Ирана. Еще один заброс в сторону Бесаева. Он входит в игру падения. Ой, посмотри, как жестко сыграли только что против Егора Бесаева. И видим, как же встали на дыбы уже футболисты сборной России. Начинается у нас уже толкучка какая-то непонятная. Это ж... Надо успокаиваться сейчас все игроков. UFC. На самом деле немножко растаскивать, потому что подзавелись и те, и другие. Ну там, в общем-то... На мой взгляд, мы посмотрим повтор, не особо-то и летел в стык Касрата Хири, смотрим на мяч, он на мяч смотрел, да попал в Бесаева, вопросов ноль, это фол, но то, что он не прям целенаправленно летел в голкипера, мне кажется, это именно так. Естественно, защитнику сборной России от того ничего не поменялось, он против такого взаимодействия с его голкипером, Георгий Тихомиров был, заступился за вратаря. Но вот и немножечко так разгорелись у нас страсти в минском футбольном манеже. Самое главное, что с Бесаевым все в порядке. Он уже готов вводить мяч в игру, ни какой-то медицинской помощи, и уж тем более замены и так далее и тому подобное первому номеру россиян не понадобится. 11-я минута тайм под номером 2 завершается у нас с вами, и уже, пожалуй, можно говорить о том, что преимущество, которое было у Ирана в первом, может быть, полчаса матча, оно полностью нивелировано, и сейчас Россия больше владеет мячом, больше атакует и ближе к забитому мячу. Неточная передача в исполнении Егора Бесаева. Тут же футболисты Ирана вступают в отбор и штрафной удар не зарабатывают. Видели мы вместе с вами движение руки от футболиста Ирана, к сожалению, не вижу, какой номер. И казалось бы, что накал страстей у нас увеличивается за счет вот этого предыдущего момента, как потолкались, но в конце концов разобрались у нас нападающие Тахири из сборной Ирана с Георгием Тихомировым, пожали друг другу руки, и казалось бы, что у кого-то остался такой ложка дегтя такая, знаешь? Легкий осадочек. Вот, да. Заброс на правый фланг. Слишком сильная, мне кажется, передача. Однако успевает игрок сборной Ирана. Сканин мяч принял штрафной площади. Прострел опасный. Отбивается Россия. Вот это вот уже футбол. Вот это вот уже интересно. Обоюдоострые атаки. Вот одной, от второй сборной. Вот, наверное, скажу, что именно такого футбола ожидал и в большей части первой половины. Если бы был быстрый гол забит, мне кажется, так бы и произошло. А сейчас, ну, Россия вторая ничья подряд вряд ли устраивает. Этот скорее будет подарок для Таджикистана. Иранцам, естественно, тоже никаких сюрпризов не хочется. Они хотят с первого места выходить и играть с золотые медали. Подача с угла поля. Высокий навес дали штангу. Скидка головой. Удары! Момент еще один. Нет, не попал мяч в руку. Можно играть. Отбивается сборная России. Там еще и положение вне игры фиксируют судьи. Но это было действительно весьма остро. Заметь, на самом деле угол был пустой и попадает в своего товарища по команде. Я опять же не заметил. Посмотри, давайте посмотрим повтор. Неплохая скидка, удар по воротам. Мяч попадает, во-первых, в руку, а во-вторых, в нападающего Карзата Хири. Вот. И будет вводить у нас мяч в игру Егор Бесаев. Очередная дальняя передача на правый фланг. Смотрим, кто же завладеет этим мячом. Сысоев, перевод налево, направо точнее, Корнеев с мячом. Смотрим, что же он дальше придумает. Неплохое движение. Передача назад. Ананев будет
менять фланг атаки. Неплохой перевод в сторону Волкова. Он, в свою очередь, не смог отдать точную передачу головой. Помогает ему забрать этот мяч в свое владение Кирилл Чебураков. Атака через левый фланг. Волков, подача на дальний фланг. А там, к сожалению, никого у нас нет. Кирилл Чебураков также летел отбирать этот мяч. Неплохо, но не... Перехват от иранской сборной. Скидка в центр, но опять ошибка. Мяч в тапинке. Капитан команды развернул. Двоих соперников дал передачу назад. Скидка налево от Ивлева. И, кстати, еще одна замена сборной России готовится. Вот я все жду от иранцев изменения. У нас появится Виктор Акишор. 10-й номер. Это, по всей видимости, усиление атакующей линии сборной России. Первушин чувствует, что можно попробовать дожать соперника. Хотя последние пару минут все-таки Иран немножко, кажется, оклемался. Встряхнул головой и вспомнил, что надо играть в футбол, еще и в атаку бегать. Потому что счет команду не скажет, чтобы уж прям сильно устраивал. Если сейчас будет ничейный результат зафиксирован. С другой стороны, это очень-очень классная интрига. Ой-ой-ой, какой стык неприятный. Но судья все-таки дает свисток. Хотя, казалось, можно продолжить атаку. Негодуют иранцы. Напомню я вам то, что единственным бомбардиром сборной России Ю-17 является тот самый 10-й номер, который готовится выйти на поле. Это Виктор Акишор. Будем смотреть, что же он придумает и в этом поединке. Я же говорю, как я говорил в первом тайме, возможно, этот самый туз в рукаве у Дениса Первушина. И забьет он тот самый золотой мяч, который позволит завоевать 3 очка. Ну, смотреть будущее мы не можем, так что будем смотреть за этим поединком, который у нас сейчас в лайве. Вот. На правый фланг. Так вот, если сейчас будет ничья, это, конечно, во-первых, подарок для сборной Таджикистана, которая будет играть со сборной Белоруссии У-16. С другой стороны, это шансы для нашей сборной. Да, мы уже говорили о том, что Белоруссии чуть потяжелее, потому что ребята-то помладше, а в юношеских категориях возрастов один год может прилично влиять на уровень игры. Подача штрафную отбивает сборная России. Соответственно, если сейчас будет эффективно ничья, то у нас интрига по поводу первого места будет прям сохраняться по полной программе до самого конца. И несколько команд будет претендовать на матч за золото. Если же, предположим, что сборная России одержит победу в этом матче, под штрафную снова отбивается российская сборная. Ну и там еще нарушение правил фол в атаке. Если предположим, что выиграет сборная России, то у них станет 4 балла. Если Таджикистан также выиграет, у них тоже будет 4 балла и 3 у Ирана. Так что и ничья, и победа России – это весьма-весьма классный и интересный задел на третий игровой день. Но у нас две сразу же замены. Также Богдан Мацола появляется на поле вместо Егора Ананьева. Ну и, соответственно, уходит центральный нападающий Егор Сысоев. Вместо него появляется Виктор Акишор. Вот такие вот еще две заменки в составе команды Дениса Первушина. Уже итого 4 изменения против, собственно говоря, 0 в исполнении Абдихасиина. И также хотелось бы отметить, что Богдан Мацола номинально является центральным защитником. Так что переводится на правый фланг у нас Георгий Тихомиров. Вот, меняют позиции футболисты, штрафной удар зарабатывают футболисты Ирана и будут начинать свою атаку со своей половины поля. Видим, как сильно настроены на этот поединок, на оставшиеся буквально, сколько у нас тут остается, 25 минут, 24 даже. Смотри, как классно сейчас убирает футболист сборной Ирана Виктора Акишора. Напомню вам, то, что он является единственным футболистом сборной России У-17, который смог забить мяч в предыдущем поединке. Да и в этом пока, собственно говоря, можно сказать тоже, потому что в общем сборной России один единственный забитый мяч на счету Акишора. Ну и, похоже, все-таки пойдут сейчас замены у иранцев. Готовятся выйти Махди Мусави и вместе с ним еще и Алириза Хамаифард. Вот эти вот двое парней уже сняли тренировочные манишки и, соответственно, в ближайшее время будут усилять. Ну, конечно же, надеемся, что усилять игру сборной Ирана, а не наоборот, потому что замены разные могут быть. Как понимаете, не всегда футболист попадает в темп, попадает в игру и также может немножечко и набедокурить. Подожди, штрафную. Здорово действует Бесаев. Сбирает мяч в руки. И что, длинный вот мяч. Смотрит, кто же сделал передачу. Забрался в чужую половину. Тут же цепляется Акишор, должен. Прием мяча. И вы нас не жалеют, не щадят наш футбольный манеж футболисты. Не первый раз уже просто-напросто по крышам, по трубам там пытаются его по кусочкам разломать. Ну, вот аутом. И заметь, на самом деле, когда штрафной удар рядом с угловым флажком футболисты Ирана разыгрывали, ни одного футболиста в центральном кругу не находилось рядом с Виктором
Акишором, потому что не знаем, во-первых, почему. Вот. А во-вторых, как главный тренер сборной Ирана напомнил, что надо держать всех игроков, отправились в центральную зону сразу три игрока. Вот. Атака сборной России через правый фланг. Передача Тихомира в центр. Все так же с мячом у нас находится Чебураков. Нет, не было там пенальти. Сразу четко показал Кабак, что можно играть дальше. Попытка продолжится атака сборной России. Мяч упущен за лицевую линию. Но последним его коснулся игрок сборной Ирана, похоже. Очень негодует 13 номер Амир Амир Мухаммад разгоняй, и, соответственно, его негодование ни к чему не приводит. Будет все-таки розыгрыш углового, и три замены готовятся у сборной Ирана. Вот увидел я, что поднесли сейчас три таблички для нашего резервного рефери Вадима Линковского. Но у нас пока розыгрыш углового. Два футболиста сборной России у мяча. Я думаю, что будет все-таки подача готовиться, нежели розыгрыш. Дать навес на ближнюю. Второй этаж за Ираном. Ну, а подбор будет за гостями. Как классно Акишор разобрался. Двоих убрал. В середину скинул мяч. Подбор. И, ну, может быть, стоило в подыгрыш сыграть. Не вперед, а назад. Немножко по удар скинуть. Передачу. Топинка. Неплохо разворачивает своего оппонента. Все так же остаются футболисты сборной России с этим мячом. Потеря, и уже можно убегать в контратаку. Тахири будет бороться против Богдана Мацолы, который, в свою очередь, выигрывает это противостояние. Передача в сторону капитана команды. Топинка, потеря. И продолжается атака Тахири. Или же нет, это не Тахири, по-моему, это 15-й номер. Это Гализаде с мячом. Он сейчас бьет поворотом. Но на перекладиной мяч просвистел. Да. Снова же скорее по центру удар шел, и в случае попадания в створ ворот обязан был Бесаев справляться, но неплохой подход. Вот, собственно говоря, у нас уже и половина второго тайма. Аккурат позади, еще 20 минут хорошего футбола нас с вами ожидает. Передача на левый фланг от сборной России. Снова взвинтили темп команды, намного более активно действуют в атаке. Можно направо переводить просьбу передачи Тихомиров. Получает, соответственно, пас Георгий. И дальше развивает уже через седьмого номера Артема Корнеева. Корнеев берется в штрафную площадь, смещается в центр. И здесь могучий, я по-другому не скажу, вынос от Эрфана Дарвиша. И удается разрядить обстановку в этом противостоянии. Видим, вместе с вами сейчас будут производиться замены в составе сборной Ирана. И также есть минутка футболиста сборной России, чтобы передохнуть, возможно, обсудить дальнейшее развитие событий, возможно, где-то что-то подкорректировать. Также есть момент у Дениса Первушина, и видим, как он не пользуется этой минуткой, и продолжается замена сборной Ирана. Так что касаемо замен, у нас покидает поле Абульфази Залихаи, также уходит Зархан Саадави. Ну вот кто еще сейчас уйдет с поля? Вот девятый номер Махан Садиги. Эти ребят поле покинули, вышли вместо них Алириза Хамаефарт, также восьмой номер Махди Мусави и 14-й Мухаммад Аскари. Вот такие вот три замены в составе сборной Ирана. Посмотрим, как они перевернут же или нет это противостояние. Будут ли какие-то смещения в тактическом плане, или команда продолжит свой футбол показывать. А пока с мячом Богдан Мацола падает в штрафную, не проходит этот перевод на подбор за Россией. И скидка налево, не решил забить поворотом. Ивлев забросил на дальний фланг. Но вот сейчас, мне кажется, на равне распределяют россияне вектора атаки. Большой штрафной удар. Гол 1-0! Есть первое взятие ворот в этом матче на 62-й минуте. Великолепным кивком головы мяч ворот отправляет Кирилл Чебураков. Здорово все было разыграно. Перевод с одного фланга на другой. Ну и подача. Дали, во-первых, сделать навес. Во-вторых, проиграли штрафную площадь собственную иранцы. И Кирилл Чебураков, автор гола, на ваших экранах. 19 номер забивает первый гол в этом матче. Конечно же, все болельщики сборной России закидывают лайк трансляции на YouTube-канале АБФФ. Ну и смотрим, как будет Иран на это реагировать. Вот, и посмотри, как развивалась эта атака. Вроде как не смог сделать четкую подачу Богдан Мацола. Далее подхватывал этот мяч Андрей Ивлев. На самом деле, мне очень хотелось, чтобы он пробил поворотом. Но сделал точно перевод налево. И после отличнейшей подачи в исполнении Кирилла Волкова, если я не ошибаюсь, замыкает этот мяч в ворота Кирилл Чебураков. Вот. Ростова забил свой мяч. Розыгрыш с центра поля.
подкинул один из игроков сборной Ирана. Видимо, какой-то браслетик заставил его судья снять. Это вышел на замену Аскари был. Но матч продолжается. И вот сейчас уже будет интересно. Сейчас, по сути, ну а чего Иран-то терять, да? 1-0, 2-0, я думаю, не столь будет принципиально важно. А вот забить и забрать очки в этом матче, это как раз-таки очень важно. Россия рвется просто вперед на великолепных скоростях. Подача штрафную, Чебраков удар. И если бы он сейчас еще и попал, ну это было бы просто что-то невероятное. Однако, немного точности не хватило. Вот не знаю, насколько, Паша, ты бы сказал, имело ли смысл делать передачу верхом, и был ли вариант там именно низом прострелить повторно. Сейчас посмотрели, мне кажется, не очень удобно было Чебуракова пробивать. Ну, низом там передачу точно бы не отдали, но чуть-чуть не хватило. На самом деле, вот, как мне кажется, роста, возможно, чтобы можно было так, знаешь, сделать такой кивок в ворота, но ты заметь, как же круто входят в игру футболисты, выходящие на замену сборной России, абсолютно все. И Чебураков, и Акишор, Корнеев, Мацола. Заметь, что эту атаку развивал у нас Акишор переводом налево, и очередная передача на голову Кириллу Чебуракову шла, который, в свою очередь, к сожалению, не смог второй раз попасть. На самом деле, очень был бы этот гол похож и на первый. И видим, как футболисты сборная Ирана решили остудить пыл Кирилла Чебуракова, который уже забил им один мяч и немножко так, знаешь... Легкий физический контакт, да, и сейчас Чебураков за пределами поля немножко получил помощь от своей медицинской бригады, готов уже возвращаться в игру на штрафный удар, подача от Ивлева, выходит в ворот голкипер, и неплохо, казалось бы, здесь вот на выходе удар, и свисток судьи останавливает. Атака была нарушение правил. Соглашусь с тобой, Первушин пока с заменами не то что угадывает, вот словно праведец какой-то на скамейке запасных на тренерском мостике у сборной России, и все четыре игрока вошли просто потрясающе. Да, и ты посмотри, как они бегут. И также хотелось бы отметить, что предыдущий матч, на самом деле, сборная России играла по схеме 4-3-3, а тут, мне кажется, уже 4-4-2. Заметь то, что нападающим у нас располагаются Кирилл Чебураков, который отметился голом, и Виктор Акишор, который забил предыдущий гол своей команды и закончился этот поединок со счетом 1-1. Вот, 65-я минута у нас подошла к концу, да 66-я уже пошла. Вот, и смотрим за атакой по левому флангу от футболистов сборной Ирана. Неплохо они разбираются. Смотрим, как Тихомиров входит в игру. Как же красиво разбирается, согласись. В этом моменте у нас 14-й номер, Аскари. Вот, перевод налево. Неплохой навес. И... Вау, вау, мяч выбит, все-таки не угловой. Хороший прострел был, классная атака сборной Ирана, хоть она и не на высоких скоростях развивалась, но, тем не менее, вполне себе здорово довели, по крайней мере, до передачи в штрафную площадь подопечные Абдихасии на это наступление. Розыгрыша, вот надо сейчас намного больше поджимать. Иранцам по штрафную не проходит передача, и вынос снова за боковую линию. Абдихасии продемонстрировал, что у него с техникой тоже все в порядке, в случае чего выйдет на поле и покажет, как надо. Атака левым флангом снова от иранской сборной, и вынос россиян. Но здесь главное не ошибаться, конечно же, Дарвишу, капитан команды, ох, как мастерски-то разобрался в этой ситуации, скинул налево, и уже Мусави играет через голкипера. Аршаш курить мячом в собственной штрафной площади. Сколько у нас? 13,5 минут до конца основного времени этого матча остается. Ну, если задуматься, то времени еще достаточно. Какая передача неплохая, но здесь Мацола уверенно, точно, и вот так вот уже попроще играет вперед. Ох, это зря, конечно. Подсел Акишор под своего соперника, все негодования можно оставить, потому что нарушение правил действительно было и досталось Дарвишу. Неприятный момент, здесь при приземлении можно серьезную травму получить таким образом. Но, как мне казалось, на самом деле он не подсаживался, там больше такой прыжок, и он пытался сохранить свою голову на плечах. Вот, и ты заметь, как в предыдущем опасном моменте, как Артем Корнеев, казалось бы, просто выбивает этот мяч подальше, а там уже пытался за счет своей скорости Виктор Акишор как-то зацепиться в этом моменте, начать атаку, но четко сыграл у нас капитан команды сборной Ирана Дарвиш. Ну, по сути, чем больше будет раскрываться Иран, тем больше шансов у россиян за счет таких вот, казалось бы, выносов с закрытыми глазами находить своих соотечественников где-то впереди, потому что больше свободных зон, если есть бегущие, быстроногие нападающие, то они будут банально успевать к этим мячам. Куда бы он там ни шел, на фланг, в центр или на противоположную бровку, учитывая количество свободного пространства, можно таким образом классные контратаки развивать. Но это если иранцы будут слишком увлекаться атакой, конечно, оголять свои тылы. По крайней мере, пока, может быть, такого и не будет.
да, уже ближе к концу матча, там посмотрим. Атака сборной России по штрафную вынос на еще один угловой. Если я не ошибаюсь, во втором тайме угловые у нас только в сторону сборной Ирана подавались. Да, и заметь, тоже угловые только на этой половине у нас были. Интересно. Действительно, что в первом тайме было наоборот, только лишь иранцы корнеры подавали, словно какие-то у нас то ли ворота правые от нашей позиции заколдованные, то ли что, но угловые исключительно отсюда подаются. Вот, ждем подачу в зону вратаря. Неплохой навес, и пытался снова у нас войти в игру Кирилл Чебураков, но футболисты сборной России сохраняют этот мяч, отдают защитникам, и тут уже Тихомиров отправлял этот мяч, по-моему, в сторону все того же Чебуракова, но мяч улетел далеко за пределы поля. Не вот. Рассчитал силу явных защитников сборной России, теперь нужно обороняться, вылет в ворот голкипер, ну, конечно, это легкий мяч. Для Бесаева других адресатов, в общем-то, собственно, и не было. Как же четко сейчас, кстати, подстраховал своих партнеров Кирилл Волков. Находился уже на правом фланге, хотя он является левым защитником своей сборной. И, как видишь, никуда не спешит Егор Бесаев, потому что время играет ему на пользу. И вместе со своей сборной он ждет только победы. Вот очередной момент, в котором попытался зацепиться Кирилл Чебураков. И Корнеев все так же летит на своего соперника. Мяч футболисты сборной Ирана отправляют вверх, и Мацола. Как же он четко в этом моменте сыграл, позволил своему товарищу выбить этот мяч за пределы своей зоны. Ну вот здесь на самом деле иранцы зря вдвоем на один мяч полетели. Если бы один из нападающих чуть правее сместился, как раз таки Мацола бы прямо ему на ногу и скинул. Можно было продлевать атаку. А так пошли вдвоем на одного соперника. Мацола вверх оставил за собой, и спокойно россияне отбиваются. Действительно, сейчас время играет исключительно на них. Да, может быть, о каких-то затяжках времени, как говорится, рано. Еще 10 минут без учета добавленного-то играть. Ну, добавлено, думаю, будет 1-2 минутки вполне себе. Заброс прямо в спину получает Артем Корнеев. Ну, кстати, досталось там. Могло так дыхание подсбить Корнееву, он пока на газоне. Неприятный момент. Вот поднимается, понимая, что мяч снова у соперника, и нужно помогать своей команде в обороне. Тяжеловато, потому что Корнееву пас на правый фланг с мячом. Андартс будет готовить подачу штрафную, навес на дальнюю штангу. И скидка просится, прострел, вынос. Хороший, еще один хороший момент. Но вот опять же, сколько раз я уже говорил о том, что момент хороший, а ударов в створ все нету и нету. Хотелось бы, конечно, чтобы ножку немножко подправил в этом моменте Аскари и попытался как-то пробить, потому что угол был такой, знаешь, 50 на 50, как мне кажется, несмотря на то, что вроде как вратарь находился в этом углу, можно было как-то попытаться словить его на ошибке. И очередной фол в исполнении футболистов сборной России. Георгий Тихомиров бьет по ногам своего соперника, и видим, как Корнеев только что попытался немножко потянуть время. Тут же на коротке разыгрыв футболиста сборной Ирана. Ждем мы заброс в зону Бесаева, и Волков очередной раз отправляет этот мяч куда? Подальше из своей зоны, справляется не с этим натиском. Тут же Пастушков Вадим ищет своих нападающих. Факишор вместе с Чебураковым забирает этот мяч. Далее Топинка. Топинка отправляет на правый фланг. Дальний удар по воротам. И вероятнее всего в этом моменте Кирилл Чебураков хотел за спину закинуть этот мяч. Но, как видим, совершенно спокойно разбирается Арша Шикури в этом моменте с мячом. Забирает его в свое владение. Дальше переводит его на своего нападающего дальним ударом. Мацола не смог справиться. И мяч, как мне показалось, прокатился по руке. И судья это заметил. Футболисты сборной России забирают мяч. Видим мы, что лежит футболист сборной Ирана и держится за голову. Судья не обращает на это внимания. И вызывает он бригаду, медицинскую бригаду сборной Ирана. Как же хотелось сейчас на самом деле подсказать главному судье, чтобы он чуть раньше обратил внимание на лежащего футболиста на поле. Но, слава богу, вовремя среагировали, ничего опасного не произошло. Вот сейчас интересный момент был. Готовится выйти на поле Амир Мухаммад Джигури, но вместо Бараже он должен был появиться на газоне. Как только увидел ассистент Абди Хусейна, что лежит на газоне футболист сборной Ирана, тут же отбежал, отменили немножко заменку, а вдруг нужно будет менять другого игрока. Но нет, вроде бы все как и изначально планировалось. Якуб Бараже поле покидает, вместо него выходит Амир Мухаммад Джигури. Еще одна замена, но нужно сейчас, нужно освежать атакующую линию сборной Ирана, нужно поджимать соперника и
Вот Исмаил Гализаде сейчас с Убровки готов появиться снова на поле. Вроде бы все с ним в порядке, замена не появилась. И это, конечно же, не может не радовать. А вот в прошлом моменте сборной России, мне кажется, скорее подарок сделали россияне своему оппоненту. Можно было через правый фланг атаку развивать. И вместо этого последовал немножко непонятный удар. А вот это шанс, можно забивать второй гол. Удар вдали. Как опять они прощают. Но уже по-хорошему, в втором тайме три мяча должно было в воротах сборной Ирана находиться. И все три мяча, кстати, с левого фланга с ударом в дальний угол. В левый, собственно, от Шакури, в правый от атакующих игроков сборной России. Но нет, и еще раз нет, мяч в воротах не оказывается. А не придется ли потом Паша кусать локти сборной России, учитывая, что играть еще почти 7 минут основного времени? На самом деле у нас еще есть время посмотреть, и в конце концов мы это узнаем, но... Опять же, посмотри, освежили фланги и центр нападения футболисты сборной России. Денис Первушин все четко подрасчитал. И смотри, после каждого выноса Шакури, вот, мяч идет на голову футболисту сборной России. И за счет таких вот вещей они могут немножко, вот, знаешь, придержать мяч, отправить его в полет и, возможно, вот так вот потянуть немножко времени. Остается у нас буквально... 6 минут до конца поединка. И посмотри, очередная передача, в которой идет на ногу у нас Артему Корнееву. Это футболисту сборной России. Немножечко пожарят иранцы. Не получается за счет длинной передачи выходить из обороны, потому что просто не цепляется Касрата Хири. Здорово вышел Мацоло в центр защиты, и он чуть ли не персонально играет как раз таки с Тахири, не давая тому свободного пространства. Вот, может быть, сейчас через фланг хорошая передача. И если бы еще прием не подкачал в этом моменте у Мохаммада Аскери, было бы действительно здорово. Потому что пас очень выверенный последовал. Разыгрыш, а вот разыгрывает мяч на коротке Мусавис с Аскери. Тот налево двигается к лицевой линии. Прострел. Вынос. Ну и нужно бить! А ты поди пробей, там ведь и защитники сборной России, даже не защитники, а игроки атакующей линии. Вадим Пастухов помог своей команде в обороне. Продолжается атака иранцев уже через правую бровку. Пас в разрез, получает мяч выше на замену Джунгури. Что придумает? Направо дед. Помешали немножко друг другу, смещение в центр, дриблинг. Вот такое, знаешь, робановское смещение пытался сейчас исполнить футболист сборной Ирана. Справа в центр под левую этого пробить, но нет. Тут у сборной России все в полном порядке. Очень хорошо сейчас обороняется команда Первушина. Не сравнить, конечно же, игру сборной России с первым таймом. Как будто бы две разные команды на поле. Длинный заброс вперед, Мацоло, я уверен, сыграет головой четко. И мяч удается оставить в крылах поля, это фол. Это фол, Корнеев достается по ногам и расстроен, конечно же, Махди Мусави, но понимая, что действительно нарушил правила. Еще и нужна помощь медицинской бригады сборной России, похоже. И заметь, как в предыдущем моменте, когда было падение в штрафной площади Егора Бесаева, в какой позиции находился наш главный судья Никита Кабак, который в свою очередь разобрался, все четко увидел и как робот развел руками в стороны и показал то, что... Не будет у нас никакого пенальти и штрафного удара в сторону ворот Егора Бесаева. Видим, и получает желтую карточку. Кто же у нас получает желтую карточку? Артем Корнеев получает желтую, потому что излишне долго, собственно говоря, преодолевал целый метр расстояния за пределы поля. Вот футбольные хитрости, которые не сработали в данной ситуации. И Корнеев горчичничку-то получил. Это вторая желтая карточка стая сборной России. Первую, напомню, Арсений Хорин... Получил еще в первом тайме, но он уже, собственно говоря, за пределами поля. Заброс вперед, Тресян, перехват, контратака от сборной Ирана. Двигает вперед Джагури. Что придумает? Направо скинет мяч. Есть ли вариант развития атаки? Дальше заброс штрафную. И удар головой. Мимо ворот пробивает Тахири. Сейчас, кажется, съезд арбитра. Негодует от того, что угловой не назначен. Но судья не преклонен. Розыгрыш ворот. Повтор бы интересно было посмотреть. Заметь, какое давление только что было на судью и от футболиста сборной Ирана. И как тут уже Корнеев у нас с бровки кричал. Нет никакой реакции. И не дали ему, возможно, секунд на 10, вероятнее всего, вернуться на поле. Вот, хотя футболисты сборной Ирана могли как-то попытаться реализовать это такое большинство. Я бы вот ответил по этому матчу. Кстати, работа бригады Никиты Кабака очень-очень грамотно. Арбитры действуют. Матч довольно эмоционально получается, но, на мой взгляд, ни одного нарекания пока по работе рефери у нас даже и не может возникнуть. И даже вот эти вот возможные нарекания футболистов, вот эти вот выкрики от сборной Ирана, это может быть только как-то попытаться надавить или сломать судью, и они точно так же переживают за счет, потому что остается буквально у нас 2,5 минуты до конца
поединка. Ну и еще, возможно, Никита Кабак добавит. У нас парочку минут. Мне кажется, минуты две он может добавить, потому что, хотя может даже больше. За счет замены вот этих вот... пауз, да, выходов медиков и так далее и тому подобное. У нас еще одна замена сборной России готовится. Выйдет на поле Кирилл Шубин. Это у нас представитель Ростова. Еще один, кстати. Напомню, один представитель Ростова уже сегодня отличился. Атака правым флангом у Транса. Смещение в центр. Под удар катить же можно было. И показывал сейчас Семидов видом «отдай же мне передачу». Хамаефарт. Пас не получил удар. С левого фланга. И на месте Егор Бесаев. Снова хорош вратарь сборной России. Никуда он спешить не собирается, потому что тут остается менее 2 минут до конца основного времени. Отдает точную передачу в сторону Корнеева, который набирает по правому флангу, ищет партнера впереди. Акишор совершенно свободен и ставит спинку своему оппоненту. Казалось бы, что теряет этот мяч. Дальше Корнеев сохраняет его в игре. И будет аут от футболистов сборной России. Но в первую очередь мы посмотрим замену. Вадим Пастушков провел отличнейший матч. И появится у нас на поле Кирилл Шубин. Как же ранее Никита отметил, второй футболист футбольного клуба Ростова появится у нас на поле. И, возможно, это вот, знаешь... Замена из разряда немножечко просто потянуть время, освежить игру таким образом. Ну, может быть. Я немножко расскажу про календарь Кубка развития. Так у нас остается совсем немного времени до конца этого матча. Сегодня в следующем эфире смотрите противостояние сборной Беларуси У-16 и Таджикистана У-17. Это группа Б. Также важный матч и для России, и для Ирана. Напомню, у нас закрутка может получиться. А представляешь, еще и сейчас додержит в России победу, и Беларусь выиграет у Таджикистана. Вот тогда будут абсолютно... И ты посмотри! Он просто сам создал для себя момент. Прошел по левому флангу, и пробил, забил второй мяч. И, как видишь, не смог достать таким пророком. Счет 2-0. И мне кажется, эту победу уже не смогут потерять футболисты сборной России. Ждем повтор. И, по-моему, это у нас Акишор забил. Сейчас посмотрим. Да, и Виктор, да, Виктор Акишор забивает второй мяч своей команды. Я же тебе говорю, что, возможно, это тот самый туз в рукаве, который забивает второй мяч своей сборной. И, опять же, хотелось бы отметить, как же круто он вошел в эту игру, несмотря на то, что начинал с заминки. Возможно, так тяжеловато всем входить, но опять же, вместе со всеми своими ребятами, которые выходили с замены, напомню, с замены у нас выходили Богдан Мацола, Артем Корнеев, далее Виктор Акишор и Кирилл Чебураков. Два крайних смогли забить по мячу в этом противостоянии. Счет 2-0. Тут 3 минуты, как мы заметили, главный судья добавляет к этому поединку. И остается совсем ничего. Как же промахивается в этом моменте по мячу Станислав Топинка. И... смотрим штрафным ударом. Да, посмотрели мы повтор этого взятия ворот. Классно продавил именно своего оппонента, причем капитана команды сборной Ирана Виктора Кишор. И здорово пробил опять тот самый дальний угол слева вправо. Вот именно так сегодня сборная России во втором тайме играет. Штрафной удар, после чего все-таки расскажу вам про календарь наших соревнований. Заброс не проходит. Так вот, далее. Беларусь У-16 против Таджикистана У-17. Повторюсь, представьте себе, если у нас так получится и команды... Смотри, как далеко отправляется сейчас Шакури, отдает точную, казалось бы, точную, но в конце концов мяч уходит в аут, и это позволяет еще футболистам сборной России потянуть время и закончить этот поединок со счетом 2-0. Смотри, как высоко поднимаются все линии от обороны до линии атаки у футболистов Ирана, но опять же видим, как же сложно именно играть. Штрафной удар зарабатывает иранская сборная. Далее 18-0. Беларусь У-17, Россия У-16. Это уже группа А. Следующий матч состоится 9 февраля. День отдыха будет у команд. Ну и, соответственно, 9-го третий тур группового этапа. Россия У-16, Узбекистан У-16 в 11-0. В 13-20 Таджикистан У-17, Иран У-17. В 15-40 Беларусь У-16, Россия У-17, ну и Беларусь У-17, Казахстан У-17. Этот матч состоится в 18-0. 9 числа получил штрафную. Не было игры рукой. Можно продолжить матч. Но правила поменялись уже относительно нескольких лет назад. Если мяч попал в руку, то еще нужно смотреть, в каком положении была рука, какой там был эпизод и так далее и тому подобное.
11 февраля, 12.00 старт, матч за 7 место и план нарастающий до финала, который состоится в 16.40, а потом церемония закрытия. Так что, друзья мои, приходите в футбольный манеж, смотрите матчи Кубка развития, также следите за противостояниями на нашем канале Федерации футбола Белоруссии. Но у нас остается буквально минутка до конца этого противостояния, в котором сборная России пока, в общем-то, по второму тайму явно и уверенно побеждает сборную Ирана. С мячом у нас снова на левом фланге Кирилл Волков. Находит он тут Акишора. Потеря мяча. И сразу же возвращает владение себе футболисты сборной России. Артем Корнеев. Перевод через центр. Смотри, Акишор уже находится в центре поля. И судья заканчивает этот поединок. Сборная России обыгрывает сборную Ирана со счетом 2-0. Отличнейший матч мы вместе с вами наблюдали. Хотелось бы сказать спасибо как и футболистам, так и бригаде судей, во главе которой находится Никита Кабак. Классный матч посмотрели. Напомню, забивали в этой встрече Кирилл Чебураков и Виктор Акишор. Оба мяча были забиты во втором тайме. Ну и таким образом у сборной России 4 балла становятся после двух проведенных встреч. У иранцев остается 3 набранных очка. Благодарю всех зрителей, которые были с нами на этой трансляции. Снова же подписывайтесь на YouTube-канал АБФФ. Смотрите матчи Кубка развития из Минского футбольного манежа. Ну а мы будем прощаться для вас. Эту встречу работали Никита Климук и Павел Назарчук. Будьте здоровы, любите футбол. Услышимся. Всего хорошего.